Сегодня, 6 июня, проходит день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ему исполняется 225 лет. Сейчас мы находимся в Республиканском Тувинском лицее-интернате, где проводится пушкинский диктант. День рождения Александра Пушкина отмечается так же, как День русского языка. С 2013 года в нашей стране проводится пушкинский диктант. И вот уже на протяжении 11 лет, 6 июня, Тува участвует в международной образовательной акции и пишет диктант. Ежегодно по всей республике принимает огромное количество ребят участие в этом мероприятии, обучающиеся с 1 по 11 класс, а также студенты и желающие взрослые. Тувинский республиканский лицей-интернат является самой крупной площадкой в Кызыле, где проводится международная акция. Задания ко дню русского языка выполняют 118 участников со 2 по 11 классы. Задание предполагает вопросы различного уровня сложности, которые касаются как биографии самого поэта, так и произведений писателей Золотого века. Даяна Караол и Кюдерек Мангуш поделились своими впечатлениями от участия в диктанте. Я уже участвую 4-й год в пушкинском диктанте, и мне довольно это нравится. Задания, они умеренно сложные, умеренно легкие. Ну, я просто пришел на свои знания проверить, что я за год выучил, как я учился. Сегодня на нескольких площадках проводится пушкинский диктант. Он продолжится до 10 июня. Данный проект поддерживается Министерством просвещения Российской Федерации и входит в национальный проект образования. Целью международной акции является популяризация русского языка, литературы и культуры России, повышение уровня грамотности у широких масс населения. Айсу Мангуш, Владимир Сюртюк, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24.